хочу высказать свое мнение по поводу одного такого негативного, скажем так, аспекта влияния того времени, в котором мы живем, да, время глобальной цифровизации. Это то, что люди живут в иллюзии выбора. Им кажется, что всегда где-то там есть что-то лучше. И давайте сейчас говорить конкретно про отношения. Я заметила, как много браков, отношений разрушились. И разрушились они в большинстве случаев по той причине, что когда, находясь в отношениях, у мужчины начались какие-то трудности на работе, со здоровьем, в окружении, там появились какие-то пагубные привычки. Что делает женщина? Она просто сбегает, она не вывозит, она не готова его поддерживать, помогать, возвращать на истинный путь. Она просто решает, что пусть он со всем этим сам разбирается, а я пойду и найду кого-то лучше. Она найдет, возможно, найдет лучше. Но там точно так же рано или поздно появятся какие-то обстоятельства. И если ты как женщина не готова помогать, поддерживать своего мужчину, не обманывай его, не начинай с ним отношения, заяви ему сразу с самого начала. Я просто хочу весело, классно, легко проводить время. Потому что, как правило, именно женщины подставляют и обманывают мужчин. Как правило, мужчины вступают в отношения, а для них это серьезный шаг, когда они выбирают женщину и строят с ней планы на перспективные отношения. А потом оказывается, что эта женщина... Она не готова быть с ним при любых обстоятельствах и идти до конца. И чаще всего как раз вот эти выводы я сделала на основании общения с людьми мужского пола, которые разочаровались в женщинах, и дальше они просто не хотят вступать в отношения, потому что для мужчины влюбиться, открыться, быть самим собой, быть искренним на самом деле сложнее, чем женщине. И когда они это делают, а потом оказывается, что все, что они сделали, условно говоря, вывернули свою душу наизнанку, они сделали это перед женщиной, которая этого не оценила, и при первой же какой-то трудности просто сбежала, но не захочется ему дальше в очередной раз перед кем-то вот так же обнажать свои чувства. Да ему и этих чувств не захочется испытывать, потому что он помнит, что прошлый раз это было разочарование. Женщины, вы сами заставляете мужчин становиться теми, кто не желает брать на себя ответственность и не желает просто создавать семью. А когда вы кричите, бьете себя в грудь, что я хочу семью, я хочу мужчину, который захочет со мной детей, так станьте женщиной, которая даст ему ощущение, что вы готовы идти с ним за руку до конца при любых обстоятельствах. Не предавайте своих мужчин, не отказывайтесь от них, не бросайте их просто так.